Говорят, на Кавказе живет дикий народ. Говорят, будто носят папахи круглый год. Говорят, многоженство у них до сих пор. И живут, говорят, среди дети вброд. А еще говорят, что джигит не джигит, если он как успелый шакал от врага побежит. А еще говорят, что храбрец только тот, кто сумеет хоть чем-то у публики вызвать восторг. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Эй! Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Бай-бай-бай-бай-бай, солнечный край. Бай-бай-бай-бай-бай, фото убирай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Бай-бай-бай-бай-бай, солнечный край. Бай-бай-бай-бай-бай, фото убирай. Говорят, гости любят щербет, любят колбу. А еще они любят шашлык, любят чуду. Говорят, березинки Кавказ, не Кавказ. А рассудят они, говорят, просто класс. А еще говорят, что народ этот прост. Он не любит хвалебных речей и пустых громких слов. А еще говорят, что любовь к старикам на Кавказе так взята, как учит священный Коран. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Бай-бай-бай-бай-бай, солнечный край. Бай-бай-бай-бай-бай, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Бай-бай-бай-бай-бай, солнечный край. Да, горный пейзаж.
край. Вай, 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 вот он где рай. Да, 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 это как газ. Да, 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 горный пейзаж. Вай, 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 солнечный край. Спасибо! Ой, что эти без меня делали, вот скажите, да? Ну, что бы было, вот, ну, звезда, когда на месте, ну, просто все нереально. Нереально. Весь вечер от себя тащусь. Я не знаю, от кого больше, от тебя или от красавиц? Не знаю, Сергей, или наверное, от тебя, от тебя. Я хочу, кстати, добавить, что к нам в жюри сейчас присоединилась Анна Азерли, голливудская актриса и певица. Давайте поприветствуем. Да, она где, в зале? Ну, хоть посмотреть на нее, как она может встать. Анна Азерли? Анна, где вы? Ну, мало ли, может, платье не одела. Так пришла. Но она с нами, она с нами. Ну, пришла в термобелье, мы ее прям высвечиваем. Ну. И говори, как с камерой. Друзья, давайте не будем грустить, и сейчас у нас небольшая пауза. Вы можете немножко перевести дух и отдохнуть. Да, но самое главное, у нас начнется после антракта. Поэтому, девочки, свисток увлажним, мы возвращаемся, ребята поддерживаем, приходим, выбираем красавицу.